Всем привет, ребят! Видите, какая у меня есть тачка обалденная. Просто, блин, ну реально невозможно удержаться, чтобы не проделать с ней какой-то еще один эксперимент. Что хочу сделать? Помните, был ролик, да? Как не надо мыть двигатель. Когда мы помыли Одиссею, движок, и потом начались там проблемы, да, которые, в принципе, быстро нашли, устранили, вам показали. Но сегодня хочу сделать примерно то же самое, но двигатель будет не заглушенный, а будет работать. То есть будем мыть рабочий двигатель. Тут автомобиль такой, что очень много чего стоит уже от «Жигулей». Ну и поскольку он старенький, тут очень большая проблема с электропроводкой. Ну и, конечно же, чтобы прям сразу все вот это нам не грохнуть, то есть чтобы он не заглох, просто, простым образом, вот с помощью простого литола, сейчас все контактики промажу, чтобы не было там переполисовки и всего остального. Ну и надеюсь, это поможет. Ну а что будет дальше с этим мотором, фиг его знает, поэтому погнали его полоскать. Так, сейчас мы все это дело замажем. И самое что обидно, что еще нету крышки из блока предохранителей. Но я думаю, тоже, наверное, надо мазнуть, чтобы прям все это сразу у нас не залило. Все готово, тачку загнали, движок работает. Ну, движок работает, я бы не сказал, что прям обалденно ровно, криво. Скажем так, он работает абсолютно криво. Ну и фиг с ним. Берем пену. Ну вот, началось потихоньку, помаленьку. Волшебно выглядит, волшебно красиво. Теперь вода. Но было чистенько. Абсолютно адекватно себя ведет, работает, все хорошо, от коллектора, конечно, пар идет. Вот что получилось, смотрите, движочек чистенький, все отмылось, все здорово. Он работает, все хорошо, все замечательно. Ну, друзья, снаружи он стал чистый, вы сами видите, все хорошо, прекрасно. А давайте помоем его внутри, как пока он работает, вдруг отмоется. Так, ребята, берем опять пену. Так, ее включили нам, вот, замечательно. Ну, давай. О-о-о! Мойся! Мойся, ё-моё! Значит, активной пеной мы помыли мотор, видели, да, он работает, блин, не хочет. Ну а что, по-любому там какие-то бобры есть. Давай теперь вот здесь у нас есть средство от насекомых. Короче, убьем всех бобров в этом моторе. О, отлично. О, давай. Давайте, если уж мыть, блин, так мыть. Что у нас тут? Пойдет и сюда тоже.
Ой, нормально. Хорошо, сейчас мы гур помоем и рейку рулевую, все отмоем. Ну что, легче стало? Легче крутится? Отмывается, да? Ой, замечательно. Так, с гуром разобрались. Продолжаем с мотором разбираться. О, пар пошел. Это хорошо, значит моется. Отмоем все. Тихо, тихо, тихо. Ну. Ты что, не мог газануть, что ли? Он сделал так, тык-тык-тык, и приехал. Это я на генератор полил. Все, представляешь? Нельзя на генератор лить. Блин, ну, я не специально. Все, бобры сдохли. Все. Он в другую сторону завелся, прикинь, что. Давай, 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 давай. Он в другую сторону работал сейчас. Да ну нафиг, как так-то? Вот, видишь, тык, и вот он так в обратную сторону. Значит, не заводится, да, он сейчас у нас? Сейчас я выкручу свечи, посмотрю, что там на свечках, очень интересно. Да они сухие. Вообще сухие. Смотрите, и цвета хорошего. Прям просто чудеса. А почему не заводится? Фиг его знает. А бензин, думали, кончится, но нет. А снял шланг, то есть как бы давление есть, все нормально, бензин идет. Давай пробовать дальше, крути. Должно что-то произойти. О! Давай, давай. Ну. Блин. Все, давай, поехали. Давай, 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 давай. Почти заработало. Что, залило датчик? Давай, давай, давай. Хорошо. А в общем дело такое, ребят, видели, да? Вот она почти заводится, вот она даже работает, но работает очень плохо. То есть со стартера, ну чего-то ей чуть не хватает. Тачка на механической коробке. Поэтому вот у нас есть такой вот галстук. Сейчас мы ее зацепим и будем ее просто насильно заводить. Поехали! Все, тормозим, работает. Ну вот, ура! Работает, братья. Работает вообще. Это же, блин, Nissan. Ё-моё. Все, едем. Ну, в принципе, по-моему, так и балаболило, да? Может, чуть-чуть посильнее стало. Так, все, поехали обратно. Продолжаем мойку. Ну что? Давай! Ой-ой-ой, что-то застучало! Все, последний бобер умер! Похоже, масло отмыло отовсюду. Ну-ка, крутани! Все, клина поймал. Нет, смотри. Все, все. Вов, хорош! Сильно много на себя берет уже. Прям греется все. А это почему? Это потому, что похоже клин. Ай, горячая! Ну что мы видим? Мы видим здесь много эмульсии. Предлагаю ополоснуть.
маслозаливная горловина была вот здесь, смотрите, раскрет. Просто чистенький металл. А напротив тоже чистенький. Ну и постепенно все грязнее, 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 грязнее. Видать, до туда уже сама пена не попадала. Она попадала туда в виде эмульсии и, скорее всего, поэтому плохо отмывала. В общем, наш эксперимент прошел просто на ура. Все отмылось, все чистенько, все хорошо. У меня на этом все, так что смотрите нас, подписывайтесь. Обязательно подпишитесь на наш инстаграм, на нашу группу ВКонтакте. Там много интересного, поэтому комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.